жюри проекта «Один в один» Геннадий Казанов и Александр Рева. Александр Геннадий Викторович, давайте сразу договоримся, мы на «вы» или на «ты»? Как? Я бы предложил на «ты». А я не могу вас на «ты» называть, Геннадий Викторович. Вы мой коллега. Пародийный проект «Один в один» сколыхнул весь российский шоу-бизнес. Теперь достаточно Алексея Чумакова и найти трудно. Рад, что вы нашли меня. Да. Кто с вашим сыном? Моя подруга приехала. Хотите выпить? Можно. Приезжайте за мной. Хорошо. У тебя еще есть вопросы? Еще парочка. Скажи, где ты берешь эти песни? К сожалению, из жизни. Что, возможно, не оправдал твоих ожиданий. Это ты так ухаживаешь? Ухаживать я никогда не умел. Как это? По первый раз как? Первый раз я совсем девчонкой была, малолетка. Хмурь какой-то в подворотне до моей подруги накопался, а я типа защищать кинулся. Так же можно всю жизнь просидеть. Да уж как есть. Не хочу я на свободу рядом с ним. В колонии спокойно, надежно. А с лошадьми даже хорошо. Анатолий Владимирович. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вам понравилось, как я танцую? Вот Коля так неопределенно ответил. Послушай, Анатолий, самодеятельность, это не по моей части, это коммерсия. Ее спрашивайте. А на конце... Пожалуйста. Это шутка? Это очень серьезно. Едем? Бет, я не могу. Я приеду к тебе сегодня утром и испеку тебе и сыну мои знаменитые булочки. Что скажешь? Хорошо. Жень, не шевелись. Теперь дай другой пальчик. Держи вот так. Можешь? Ты левша или правша? Хорошо. Этот? Так, опусти его сюда. И потрогай. Им ты трогаешь струны вот так. Откуси булочку. Так, хорошо. А сам только мечтаешь, что в комиссии с меня снять. Да.